Кабельное телевидение – система телевизионного вещания, в котором телесигнал распространяется посредством высокочастотных сигналов, передаваемых через проложенный к абоненту кабель. Кабельное телевидение противоположно обычному наземному и спутниковому телевещанию. Успешное развитие технологий оптической передачи данных привело к внедрению оптического волокна в сети кабельного телевидения. Кабельное телевидение довольно прочно пустило корни своего прогрессирующего развития по всей России и далеко за ее пределами. Процессы возникновения новых развитий и расширения старых сетей кабельного телевидения в последнее время заметно набирают темп. Похоже, технический прогресс в индустрии электронных средств массовой информации, сделав в своем развитии очередной виток через повальное увлечение спутниковым телевидением, телевидением высокой четкости, сотовым телевидением, интернет-вещанием в самых различных его вариантах и телевидением с подвижным приемом, снова вышел в ту точку виртуального пространства, где эфир уступает место физическому носителю. Оборудование кабельного телевидения позволяет строить сети кабельного телевидения любого масштаба с представлением всех современных сервисов абонентов. К ним относятся спутниковые антенны, эфирные антенны, цифровые ресиверы, головные станции, измерительное оборудование, оптические передатчики, приемники, усилители, волоконно-оптический кабель, оптические измерительные приборы, коаксиальный кабель, оборудование для коаксиальных магистральных и абонентских сетей, магистральные сплиттеры, разъемы и переходники, цифровое оборудование для головных станций, оборудование для телеметрии. Подключение к кабельному телевидению. Вместо телевизионного ретранслятора имеется оборудование по полной программе студии кабельного телевидения, принимающие сигнал различных телекомпаний самых разных спутников. В этой студии телевизионный сигнал также преобразовывается в аналоговую форму, ну а затем он не транслируется в эфир, а распределяется по кабелям в районы города. Разветвляется по зданию и абоненту. Каждому абоненту в квартиру заводится кабель. И теперь уже нет необходимости ставить какую-то антенну. Достаточно подключить телевизор к этому кабелю. В общем, все просто. Заплатил абонентскую плату оператору своего района и можешь наслаждаться эфирным и спутниковым вещанием, трансляция которого не ограничена круглые сутки. Вещательные каналы забиты разными развлекательными программами и доселе невиданной информацией с ее фантастическими домыслами и притчами. Но можно по старинке использовать свою компактную эфирную антенну, пока нам не навязали обязательное цифровое телевидение, и смотреть новости, не меняющие изо дня в день чем-то новым, и что-нибудь необходимое, нужное и познавательное.